Социальный проект «В помощь приют «Лохматая душа». Мы отряд юных волонтеров Дубнинской школы «Дозор». Обращаемся к администрации городского округа Чехов с просьбой принять участие в нашем проекте «Новый год, новая жизнь» или «Собака на счастье». Цель нашего проекта – найти дом для каждого бездомного животного. Мы предлагаем членам администрации взять шефство над одним из животных и найти ему семью. Для этого необходимо приехать в приют «Лохматая душа», выбрать животное и провести с ним фотосессию. Фотографии с животными разместить в социальных сетях. Проследить судьбу подопечного животного.